Друзья, здравствуйте все, кто сегодня присутствует в нашем уютном зале Центра культуры «Россия». Уже второй раз наш зал напоминает звездное небо, а все потому, что Центр культуры «Россия» вновь приветствует работников уголовно-исполнительной системы, людей с погонами, вас, дорогие друзья, а также талантливых и творческих участников областного фестиваля художественной самодеятельности «Звезды УИС». Дорогие друзья, я с огромным удовольствием приглашаю на сцену с приветственным словом временно исполняющего обязанности начальника Федерального казенного учреждения исправительной колонии номер 19 подполковника внутренней службы Подобедова Владимира Николаевича. Добрый день, уважаемые гости, сотрудники, члены семей. Значит, рад приветствовать вас на этом конкурсе фестиваля художественной самодеятельности. Значит, этот первый тур будет проводиться сегодня. Значит, победитель соревнований будут принимать участие победители в ГУСИН России по Свердловской области. Хочу пожелать, конечно же, успехов. Пускай коллективы покажут свой артистизм, значит, ну и зрители будут аплодировать. Всего доброго. Спасибо, Владимир Николаевич. Итак, мы начинаем первый тур областного фестиваля «Звезды УИС» среди работников ветеранов аппарата и учреждений ГУФСИН России по Свердловской области, а также среди их семей. Как и в любом конкурсе, оценивать талант и творчество наших участников будет жюри. И я с удовольствием представляю его вам. Савин Сергей Николаевич, ведущий вокалист и солист Центра культуры России, неоднократный участник областных и региональных конкурсов. Кляузова Ирина Викторовна, хормейстер и руководитель народного вокального коллектива «Родные напевы» Центра культуры России. Бердникова Екатерина Валерьевна, директор методического центра МАУ КМПС. Ташланова Юлия Андреевна, преподаватель хореографического отделения детской школы искусства, руководитель студии фитнеса и танца «Грация». Платонова Валентина Анатольевна, руководитель коллектива юных поэтов «Перышко». Судейская коллегия представлена, и я хотела бы дополнить, что все конкурсы будут оцениваться по 10-бальной системе и фиксироваться счетной комиссией после выступления каждого конкурсанта. Председатель счетной комиссии Краснова Валентина, методист Центра культуры России. Сегодня в конкурсной программе представлены различные номинации. Это музыкальное, танцевальное, театральное направление и оригинальный жанр. Все они объединены в концертные блоки с конферансом продолжительностью до 30 минут. Лучшие участники конкурса будут удостоены дипломами первой, второй и третьей степени, а звание лауреат первого тура фестиваля «Звезды УИС» лишь самые-самые лучшие. Также сегодня будет выручен диплом «Большой оригинал», «Лучший ведущий» и приз зрительских симпатий. А кто же станет обладателями этих наград, мы с вами узнаем в завершении конкурса. Сегодня на нашем сценическом небосклоне зажжется не одна звезда, а целое созвездие талантов. А вам, дорогие зрители, остается вооружиться хорошим настроением, улыбками на лицах и, главное, приготовить ваши руки для аплодисментов нашим участникам. И я с удовольствием представляю федерально-казенное учреждение СИЗО 2 город Ирбит и их ведущего Денисова Алексея. Поздравляю вас, друзья. Вы обратили внимание, не добрый день, не здравствуйте, а поздравляю. Не удивляйтесь, мы просто ищем новые формы общения со зрителями.
Как это ни странно, хорошие традиционные формы приветствия «Доброе утро», «Добрый вечер», «Здравствуйте» на сегодня несколько устарели. Вот и войдите в наше положение. Мы ведущие, первые из тех, кто выйдет на сцену, должны поздравить вас. Ну как? Привет, салют. Нет, не хотим, не нравится. Я решил, что ничем не рискуя, если выйти на сцену, скажу вам, поздравляю вас, друзья. Ведь согласитесь, у нас сегодня есть чем поздравить друг друга. Наверняка в зале окажутся люди, у которых сегодня день рождения. Кто-то приобрел новую машину или наоборот избавился от нее. У кого-то сегодня родился сын или дочь. Поздравляем! У кого-то может быть настроение неважное, но мы все равно всех поздравляем, потому что плохому настроению приходит хорошее. Я поздравляю этого человека с наступающим хорошим настроением. Я с удовольствием поздравляю и себя, и товарищей, коллег, друзей по сцене, если появлению этого хорошего настроения поможет наша сегодняшняя программа. Сегодня всем нам, участникам фестиваля «Звезды УИС», предстоит творить небольшие чудеса. Если вы, дорогие зрители, хотите в этом убедиться, садитесь поудобнее, такая возможность вам предоставляется. Чудеса начинаются. Когда поет Купцов Стас, похвала кажется неуместной. Поет душой, проникновением, не исполняет, читает, как живет, как дышит. Чистый серебряный голос его околдовывает, завораживает. Для вас поет Купцов Станислав со своей песней «Про нее». Нужна мне одна, как волна, нужен ветер. Я полюбил тебя, как только тебя встретил. Давай забудем прошлое, забудем все ошибки. Я так люблю тебя, люблю твою улыбку. И приходи ко мне, держи меня за руку. Чаще с тобой, какой я есть, с тобой я настоящий. С тобой, как ребенок, свято верю в чудеса. Что любовь не пройдет, я верю до конца. Боюсь потерять, домой вернуться без тебя. Ты засыпаешь одна. Ощущение твои слеза на улице холодное, сердце тебя ищет. Среди массы людей тысяч моя душа к тебе летит. Если можно было б жизнь заменить другой, я бы изменил время, дабы встретиться с тобой, дабы забыться, танцы задвигаться в люзе. Тороплюсь, просто хочу быть в плюсе. Не исполняя просто мысли, порой бывает растворюсь, как сахар, прикоснусь к твоим губам, моим текстам. Давно нет предела смысла. Классика летящих мыслей говорят таинственно. Пока я в поисках сути, рисую эти рисунки, забывая смысл жизни. За несколько секунд перебирая мысли в городе тоски один. Без тебя так одиноко, без тебя пустой мир. Твой голос мне необходим, давай сожжем прошлое, построим новый мир. Только я и ты, нет предела нашего счастья. Дабы сохранить ее и не стереть, как пластик. Это фантастика на урбане по классике. Я на стенах о любви, а ты играешь в классике, как первоклассники. Поцелуи, слезы, крики любви нет. Все сердца давно погибли, я так привык держать тебя за руку. Приходи на рассвете вместе встречать утро. Боюсь потерять, рука об руку держаться. Любовь — это больше, чем просто отдаться. Хочу стать птицей и летать над небесами. Хочу летать с тобой вместе высоко над облаками. Глаза как небо, душа перед тобой открыта. Я понял сразу, что ты поймешь меня, любимая. Хочу стать птицей и летать над небесами. Хочу летать с тобой вместе высоко над облаками. Глаза как небо, душа перед тобой открыта. Я понял сразу, что ты поймешь меня, любимая. Спасибо. Thank you.
Мастер с работой быстро справляется. У каждого мастера свой инструмент. Плотнику, скажем, топор полагается. А мне микрофон нужен в данный момент. И чтобы дело шло легко и гладко, инструментом надо умело владеть. Друзья, на нашей сцене Владимир Алферов с песней группы «Звери», «Районы», «Кварталы». Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал. Ярко-желтые зрачки, два сердечка на брелке, раз веселые зрачки. Я шагаю налегке, районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво, районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. У тебя все будет класс, будут ближе облака. Я хочу как первый раз, и поэтому пока. Ярко-желтые зрачки, два сердечка на брелке, раз веселые зрачки, твое имя на руке. Районы, эй, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво, районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Вот и все, никто не ждет, и никто не в дураках. Кто-то любит, кто-то врет и летает в облаках. Ярко-желтые зрачки, два сердечка на брелке, раз веселые зрачки. Я шагаю налегке, районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво, районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Я ухожу, ухожу красиво. Вы улыбаетесь, ваши лица прекрасны. Посмотрите в глаза друг другу. Быть может, вы не замечали раньше, что вокруг так много добрых взглядов и открытых лиц. Вы улыбаетесь, излучая ту душевную теплоту, которой в нашей жизни зачастую так не хватает. Вы улыбаетесь, тем самым дарите всем, кто выходит на сцену, творческий настрой, дарите радость общения. Мы же за ваши добрые улыбки дарим вам наш следующий номер. Анатолий Дудин с песней «Потерянный рай» Кипелова. Во сне хитрый демон, он может пройти.
Я сейчас почему-то подумал, какая все-таки у меня своеобразная сегодня должность ведущий. Вы, наверное, обратили внимание, что я сегодня то и дело говорю о том, что будут делать другие. Такова специфика должности конферансье. Вот и сейчас я только говорю, что место на сцене я с удовольствием уступаю песне. Мы ежедневно много песен с эстрады слышим и в кино. Известных песен, неизвестных. Их всех запомнить мудрено. Какие-то досадно слушать. В них пустота, аль просто ложь. Но все-таки, что... Но есть такие, что затронут душу. Глаза закроешь и замрешь. Вот такие песни дарит вам сегодня Владимир Алферов с песней Высоцкого «Братские могилы». На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. В вечном огне виден вспыхнувший танк, горящие русские хаты. Горящий Смоленский, горящий Рейхстаг, горящее сердце солдатам. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? Вот и подошла к концу наша программа. И нам вновь хочется вас поздравить. Поздравляю вас с тем, что вы, уходя домой, унесете с собой частичку нашего тепла, радость и хорошее настроение. Поздравляю вас с тем, что наша программа помогла обрести новых друзей, услышать прекрасные песни. Я приглашаю на сцену участников программы. Всех тех, кто радовал вас своим творчеством. Поздравляю! Кто помог программе появиться на свет, поздравляю и надеюсь, что она станет традиционной, будет жить долго. Поздравляю тех, кто пока сам того не зная, станет ее новым участником. Потому что верю, что круг наших талантов, круг друзей с каждым годом будет расти, становиться все шире и шире. В добрый путь! Спасибо! Аплодисментами первых участников Федерального казенного учреждения следственный изолятор номер 2 город Ирбит и их ведущего Денисова Алексея. Еще раз поаплодируйте им, пожалуйста. И на смену им сейчас выйдут не менее яркие, творческие, талантливые артисты из Федерального казенного учреждения колонии поселения номер 59 Каменск-Уральский. Их прекрасные ведущие Цикарева Ульяна и Хабибулина Наталья. Добрый день, уважаемые коллеги и гости данного замечательного учреждения. В одном селении жила христианская семья. Отцу трудно было прокормить жену и маленьких ребятишек, хоть он работал день и ночь, не покладая рук. Но всю свою жизнь и печаль он возложил на Господа нашего и верил, что когда-нибудь все изменится, изменится к лучшему. Чтобы и себя, и семью свою утешить, написал отец на дощечке слова: «Так будет не всегда».
и повесил надпись на видном месте. Прошли годы гонений и нищеты, и наступило время достатка и свободы. Выросли дети, появились внуки. Собрались они за богато накрытым столом в родительском доме. Помолились, поблагодарили Господа нашего за посланные дары. Старший сын вдруг заметил старую табличку и сказал отцу: «Давай снимем ее, отец». Но отец встал и сказал: «Помните, что так будет не всегда, и учите этому своих детей. Нужно уметь за все благодарить Господа нашего. Тяжкое время – спасибо за испытание. Легко тебе живется – спасибо за достаток. Только тот умеет быть благодарным, кто всегда помнит о вечности». Сергей Маковский, стихотворение «Нищий». Читает Юлия Машарова. В городском саду за рекой под каштанами день тиской старый нищий сидел на пне. Всякий раз попадался мне, всякий раз, минувший зимой, через сад проходя домой. 10 су я совал ему в утешительную сумму. Был ночью пух и дождь, на посту своим в холод и в дождь, как заморщенный серый гриб при дорожной траве прилип. Все о чем-то просил старик, да в слова его не вник. Что-то шамкал беззубый рот, да не мог я понять весь год. А недавно я мимо шел, никого я в саду не нашел. Только пень стоял сиротой над предмятой слегка травой. С той поры уж не первый день мне мерещится этот пень, а на сердце комом тоска. Видно, я любил старика. Надо помнить всегда, как душа человека ранима, и порой к ней беда руки тянет незримо. Чтоб ее отвести, надо щедрым, как солнце, быть, радость людям нести. Только так надо жить. Пусть правит миром доброта, жестокость же исчезнет, словно сон, а рядом с ней живет пусть красота, как самый главный человеческий закон. Музыка Андрея Петрова, слова Эльдара Рязанова, «Молитва». Для вас поет Елена Ломаева. Yeah.
каждый миг, живем мы в ожидании чуда. Побед высоких тот достиг, кто не жалел себя для друга. Жизнь — сказка, где идет борьба со злом, насилием и болью, и в ней соседствует всегда война и мир, цинизм с любовью. Любите жизнь, какой дана, благословите тех, кто рядом, любви и веры имена для вас окажутся наградой. Марина Цветаева, стихотворение «Пригвождена». Для вас выступает Юлия Машарова. Пригвождена к позорному столбу славянской совести старинной, змеёю в сердце и с клеймом на лбу я утверждаю, что невинна. Я утверждаю, что во мне покой, причастница перед причастием, и не моя вина, что я с рукой по площадям хожу за счастьем. Пересмотрите все мое добро, скажите, или я ослепла, где золото мое, где серебро, в моей руке лишь горстка пепла. И это все, что лестью и мольбой я выпросила у счастливых, и это все, что я возьму с собой в край целования молчаливых. Пригвождена к позорному столбу, и все же я скажу, что я тебя люблю. И не одна, до самых недр мать так на ребенка своего не взглянет, что за тебя, который делом занят, не умереть хочу, а умирать. Ты не поймешь, малы мои слова, как мало мне позорного столба. И если б знамя мне доверил Бог, и вдруг бы ты предстал перед глазами с другим в руке, окаменев как столб, моя рука бы выпустила знамя. И эту честь, последнюю поправ, приниже ног твоих, приниже трав, твоей рукой к позорному столбу пригвождена березкой на лугу. Сей столб встает мне, и наруга толп, что голуби воркуют утром рано. Уже отдав, я не отсеченный столб, я не отдам за красный нимб Руана. Как и людей, своя судьба, свое предназначение. Однако забывается сразу же после появления, никак не встревожив чувства. Другая песня, словно пламя вспыхнет, но быстро угаснет. Только самые яркие согревают наши души долгое время. Такие песни нам дороги, они очень близки душам многих людей. От сердца к сердцу добро летит, подобно птице, стучит в сердца, чтоб разбудить и возвратиться, чтоб возвратиться и дарить всем людям радость. Над серым днем, чтоб воспарить, уже немалость. У нас задача так проста — дарить добро от сердца к сердцу. И в ваше сердце доброте откройте дверцу. Музыка Раймонда Пауса, стихи Роберта Рождественского «Любовь настала». Для вас поет Елена Ломаева. Как много лет.
проснулась и глаза свои открыла. Теперь пою не я, любовь, пою. И эта песня в мире эхом отдается. Любовь настала, так как утро настает. Она одна во мне и плачет, и смеется. И вся планета распахнулась для меня. И эта радость, будто солнце не остынет. Не сможешь ты уйти от этого огня. Не спрячешься, не скроешься, любовь тебя настигнет. В сердцах останется, ведь звезды зажигали здесь не зря. А напоследок вам желаю здоровья, счастья и добра. Большое спасибо. Давайте еще раз поаплодируем федеральному казенному учреждению колонии поселения номер 59, город Каменск-Уральский. Следующие участники будут удивлять и восхищать нас, зрителей, своей оригинальностью и артистизмом. И это при вашей-то тяжелой работе. И вновь зал замер в ожидании следующих артистов. Федеральное казенное учреждение, исправительная колония номер 24, поселок Азанка. И их замечательные ведущие Ерохин Иван и Камышина Галина. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на конкурсе «Звезды УИС». Для вас мы подготовили литературно-музыкальную программу, посвященную любви к родине. Со стихотворением «Русь» Никитина Ивана Савичева выступает оперуполномоченный оперативного отдела капитан внутренней службы Жубрина Олеса. Поле, русское поле, светит луна. Счастьем и волею связан с тобою,
нет, не забыть тебя сердцу вовек. Русское поле под большим шатром голубых небес вижу, даль степей зеленеется, и на грани их выше темных туч забегов стоят великаны. По степям моря реки катятся и лежат пути во все стороны. Посмотрю на юг, нивы зрелые, что густой камыш тихо движутся. Мурава лугов ковром стелится, виноград в садах наливается. Гляну к северу, там в глуши пусты снег, что белый пух быстро кружится. Поднимает грудь море синее, и море, и горами лед ходит по морю, и пожар небес ярким заревом освещает глубь непроглядную. Это ты, моя Русь державная, моя Родина православная. Широко ты, Русь, по лицу земли в красе царственной развернулась. У тебя ли нет поля чистого, где прозгул нашла воля смелая? У тебя ли нет прозапас казны для друзей стола, меча недругу? У тебя ли нет богатырских сил, старины святой, громких подвигов? Перед кем себя ты унизила, кому в черный день низко кланялась? На полях своих под курганами положила ты татар полчища. Ты на жизнь и смерть белобойский твой и дала урок ляху гордому. И давно было, когда с запада облегла тебя туча темная. Под грозой ее леса падали, мать сыра земля колебалась, и зловещий дым от сгоревших сел высоко вставал черным облаком. Но лишь кликнул царь свой народ на брань, вдруг со всех сторон поднялась Русь, собрала детей, стариков и жен, приняла гостей на кровавый пир. По глухим степям под сугробами улеглись заспать гости навеки, хоронили их вьюги снежные, бури с севера о них плакали. И теперь среди городов твоих муравьем кишит православный люд. По седым морям из далеких стран на поклон к тебе корабли идут. И поля цветут, и леса шумят, и лежат в земле груды золота. И во всех концах света белого про тебя идет слава громкая. Уж есть за что, Русь могучая, полюбить тебя, назвать матерью, стать за честь твою против недруга, за тебя в нужде сложить голову. За ока, Родина моя, что без тебя на белом свете я? Без белых рощ, без пушкинской строки, я не жилец, я сгину от тоски. Твои поля, овраги, степи, горы, небес твоих синеющих шатер, и звезд твоих мерцающие взоры, и в звездных искрах твой пытливый взор. Как это с детства душу волновало, пленительной, тревожной красотой. И вдруг так больно, близко стало, при ярком звуке Родины святой. Через года доносятся до нас голоса, в которых звучит трепетная любовь
к русской земле. Я люблю тебя, родина кроткая, а за что, разгадать не могу. Весела твоя радость короткая, с громкой песней весной на лугу. Я люблю над покосной стоянкой слушать вечером гул комаров, а как гахнут ребята тальянкой, выйдут девки плясать у костров. Загорятся, как черна смородина, угли очи подковок бровей. Ой ты, Русь моя, милая родина, сладкий отдых в шубку кубырей. Станцем Иван Купала выступает главный ветеринарный врач ветеринарной службы, старший лейтенант внутренней службы Алексеева Елена. Встречайте. Всякое дерево имеет свои корни. Корни питают дерево, связывают его с землей. Корни – это то, чем мы жили вчера, год назад, 100, 1000 лет назад. Это наша история, это наши деды и прадеды. Это их дела, молчаливо живущие рядом с нами. Родина – это очень много. Это и тропинки с бродом через ручей. Это большие города и в 10 домов деревеньки. Это имена и судьбы людей. Родина – это все мы с нашим миром чувств, с нашими радостями и заботами. Всяко у нас бывало – боль и радость, смех и грусть, но без песни и без танца. Как себе представить Русь? А теперь бы в самый раз нам бы всем пуститься в пляс. Thank you.
выступала старший юрист-консульт юридической группы лейтенант внутренней службы Лубкова Людмила. Все может родная земля. Накормить вкусным хлебом, напоить родниковой водой, восхитить своей красотой. И только защитить себя она не может. Поэтому защита Отечества и легла на плечи тех, кто живет на этой земле и пользуется ее дарами. Много испытаний легло на плечи нашего народа. Кровопролитные войны, горечь потерь и поражений, слезы матерей, потерявших своих детей. И, наконец, радость побед и гордость за сыновей и дочерей России. Немало лет нас отделяет от тех суровых дней, когда земля родимая пылала, горели села, города, когда фашистскую армаду сумела Русь остановить и отучила думать надо, навек с мечом к нам приходить. Великая Отечественная война была для многих испытанием на человечность, на верность Родине. Как люди выстояли в этой войне? Ответ прост. Они так сильно любили свою Родину, что не могли не отстоять ее. И эта любовь к родной земле придавала сил своим защитникам, потому что каждый из них воевал не только за мир, за своих детей, жен, матерей и сестер, но и за каждую росинку на земле, за поле золотое, за каждую пять земли. Те, кто сражался на фронте, кто трудился в тылу, отдавали все свои силы для достижения победы над врагом. Женщины, старики, дети заменили ушедших на фронт мужей и сыновей, отцов и братьев, трудясь на полях, заводах, в госпиталях. Мы никогда не забудем подвиг тех, кто подарил нам великую победу. Эта победа стала данью павших, наградой живым. Со стихотворением «Армия» выступает Корзенкова Светлана. Встречаем. Евгений Евтушенко, «Армия». В палате выключили радио, и кто-то гладил мне вихор. В Зиминском госпитале раненым давал концерт наш детский хор. Уже начальным знаки делали, двумя рядами у стены стояли мальчики и девочки перед героями войны. Они родные, некрасивые, с большими впадинами глаз, и сами жалкие, не сильные, смотрели с жалостью на нас. В тылу, измученные битвами, худые, заморены, бледны, в своих пальтишках драных были мы для них героями войны. О, взгляды долгие, подробные, о, сострадание сестер. Но вот, вставай, страна огромная, запел, запел наш детский хор. А вот запел хохол из Винницы, халат был в пятнах киселя, и войлок сквозь клеенку вывелся на черном ложе костыля. Запел бурят на подоконнике, запел сапер из Костромы. Солдаты пели, словно школьники, и как солдаты пели мы. Все пели праведные до весна, и няня в стареньком платке, и в сапогах кирзовых докторша, забывший градусник в руке. Разрывы слышались нам дальние, и было свято и светло. Вот это все и было армия, все это Родину спасло. Время героя по самому высшему праву ты подарила далеким и близким годам доблесть и славу и долгую добрую память.
Племя героев, а что ты оставила нам? Ты нам оставила ясное небо отчизны, дом и дорогу, и ласковый хлеб на столе. Ты нам оставила самое главное в жизни — радость работы на мирной, счастливой земле. С песней «Родина» выступает Гусейнова Галия. Встречайте! Люблю, всем сердцем понимаю степей таинственную грусть. Люблю все то, что называют одним широким словом Русь. Спасибо за внимание. Аплодисменты ведущим Камышиной Галине и Ерохину Ивану. И всем-всем участникам конкурса «Исправительная колония номер 24, поселка Азанка». Я думаю, что не ошибусь, если скажу так. Когда мы были маленькие, то мы были маленькие звездочки для своих родителей. Когда мы повзрослели и уже превратились в таких больших-больших звезд, а когда мы объединяемся вместе, то получается целое созвездие. И следующее созвездие – Федеральное казенное учреждение колония-поселение номер 47, город Каменск-Уральский. И ведущая Седанова Анна. Добрый день, уважаемые зрители. Мы с удовольствием подготовили для вас нашу программу. Итак, мы начинаем. Звезда УИС – почетное призвание. Готовы мы вас удивить, ведь в службе исполнения наказания таланты есть, не может их не быть. Так вот сегодня здесь, вот в этом зале, покажем все, на что способны мы. Четыре девушки из Каменска, Уральска, и каждая из них достойна звания звезды. На сцену приглашается психолог психологической лаборатории Федерального казенного учреждения исправительная колония номер 47, капитан внутренней службы Шикина Ольга Валентиновна с песней «Кукушка» группы «Каскад». Добрый день, друзья! Я хотела бы посвятить эту песню всем ветеранам боевых действий. Не так давно мы отмечали 1 июля этот замечательный памятный день.
И пожелать, конечно, хочется вам крепкого здоровья, вам, вашим семьям и мирного неба над головой. Часто снится мне мой дом родной. Лес о чем-то своем мечтает, в сферах кукушка за рекой. Сколько жить осталось, не считает, в сферах кукушка за рекой. Сколько жить осталось, не считает. Я прижался ласково к цветку, стебелек бабульника примятый, излучат ленивые ку-ку-ку-ку, отмеряя жизни моей даты. Звучат ленивые ку-ку, ку-ку, отмеряя жизни мои даты. Снится мне опушка из цветов, в детских снах забытая опушка. 80, 90, 100. Что-то ты ощедрилась, кукушка. 80, 90, 100. Что-то ты расщедрилась, кукушка. Я тоскую о родной земле, о ее расцветах и закатах. Выжженной земле спят тревожно русские солдаты. На афганской выжженной земле спят тревожно русские солдаты. Они тратят силы, не скупясь. Им знакомы голод и усталость, дней своих не прячут про запас. Кто им скажет, сколько им осталось? Дней своих не прячут про запас. Кто им скажет, сколько им осталось? Отдавать чужую долю чью-то. У солдата вечность впереди, ты ее со старостью не путай. У солдата вечность впереди, предлагаю вам совершить небольшое путешествие. Путешествие на восток, который полон таинственности, изящности и, конечно, незабываемых восточных танцев. Наш мир, все краски радуги вобрав, переливается палитрой драгоценной. Хвала Творцу, что все цвета собрав, Он создал женщину, венец для всей Вселенной. Меж сомкнутых ладоней у нее вся мудрость мира в красоте великой. И сердце для любви, открыв свое, предстанет женщина, богиней многоликой.
Дыхание ветра, свежесть вод и жар огня в ней преломляются, подобно сланцу в призме. И если женщина танцует для тебя, увидеть можно все, все краски жизни. На сцену приглашается и для вас танцует юрисконсульт Федерального казенного учреждения «Исправительная колония номер 47» Бабкина Александра. Встречайте. О роли случайности в жизни человека и великой силе любви, способной уберечь человека от трагических перипетий судьбы. Стихотворение Александра Кочеткова «Баллада о прокуренном вагоне» именно об этом. Данное произведение автор адресовал своей жене после следующих событий. Лето 1932 года супруги провели у родственников, и Александр Кочетков должен был уехать раньше жены. Билет был куплен до станции Кавказской, после чего нужно было пересесть на поезд Сочи-Москва. Супруги очень долго не могли расстаться. И уже во время посадки, когда проводник попросил провожающих покинуть поезд, супруга буквально в смысле слова вытащила мужа из вагона. Было решено сдать билет и отложить поездку на 3 дня. По истечении 3 дней Кочетков уехал в Москву и, прибыв, обнаружил, что друзья считают его погибшим в крушении, которое произошло с поездом в Сочи-Москва. Вот она, случайность и сила любви, которая смогла уберечь любимого человека. Александр Кочетков, «Баллада о прокуренном вагоне». Для вас читает старший инспектор отдела кадров и работы с личным составом, капитан внутренней службы Наумова Ольга. Как вольно, милая, как странно, сравнясь с землей, сплетясь с ветвями. Как больно, милая, как странно, раздваиваться под тобой. Не зарастет на сердце рана, прольемся чистыми слезами. Не зарастет на сердце рана, прольемся пламенной смолой. Пока жива с тобой я буду, душа и кровь нераздвоимы. Пока жива с тобой я буду,
любовь и смерть всегда вдвоем. Ты понесешь с собой, любимый, ты понесешь с собой повсюду, ты понесешь с собой, любимый, родную землю, милый дом. Но если мне укрыться нечем от жалости неисцелимой, но если мне укрыться нечем от холода и темноты, за расставанием будет встреча, за расставанием будет встреча, за расставанием будет встреча. Вернемся оба, я и ты. Но если я безвестно кану в холодный день луча земного, но если я безвестно кану за звездный пояс млечный дым, я за тебя молиться стану, чтоб не забыл пути земного. Я за тебя молиться стану, чтоб ты вернулся невредим. Трясясь в прокуренном вагоне, он стал бездомным и смиренным. Трясясь в прокуренном вагоне, он полуплакал, полуспал, когда состав на скользком склоне вдруг изогнулся страшным креном. Когда состав на склоне скользком от рельс колеса оторвал, нечеловеческая сила в одной давине всех калеча, нечеловеческая сила земное сбросила с земли и никого не защитила вдали обещанная встреча, и никого не защитила рука, зовущая вдали. С любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них, и каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг. А сейчас давайте окунемся в милое детство. Каждый из вас слышал эту песню. Песню «33 коровы» из кинофильма «Мэри Поппинс. До свидания». Но наверняка не каждый из вас знает, о чем эта песня. А песня эта совсем не о коровах. Это песня о поэте, волшебнике слова и о его стихах, которые слагаются из 33 коров или из 33 букв алфавита. То есть 33 коровы – новая строка. 33 коровы – это буквы, а написал строку, ну а дальше коровы – буквы, стакан парного молока – это строка или стих. Вот как-то так. Итак, на сцену приглашается дочь инспектора отдела кадров и работы личным составом Наумова Арина, дочь Наумовой Ольги. Встречайте. Что?
заключении, конечно же, мы не можем не вспомнить свою родину, наш родной и любимый город Каменск-Уральский. Да, это важно понять однажды. Этот город внутри тебя, не снаружи. Люди в нем чем-то похожи даже, словно каждый из них другому нужен. Этот город, пусть он далеко не столица, оттого и уютнее в нем, и роднее. С ним во что-то единое хочется слиться, и все новые мысли рождать, и идеи. Этот город поет колокольным звучанием, этот город талантлив, он имеет призвание. Нарушает порой узких улиц молчание, детский смех и влюбленных признаний. Этот город уснет с наступлением заката, а на утро придумает новое что-то. Я люблю этот город, как старшего брата, что будет в 4 утра на работу. Для вас поет свою авторскую песню Каменск-Уральский, психолог психологической лаборатории Федерального казенного учреждения, исправительная колония номер 47, капитан внутренней службы Шикина Ольга. Далеким причалом, когда уплываем чужим городам, за синею далью, окутан печалью, наш Каменск-Уральский грустит по ночам. А без него не дышится, а без него не пишется, к родному дому мысли нас ведут. А где-то песня слышится, звезда в реке колышется, а годы словно воды вдаль бегут. Здесь пишут поэмы красивой работы, работы уральских девчат и парней. Пою о тебе я, мой маленький город, частица великой России моей. А без него не дышится, а без него не пишется, к родному дому мысли нас ведут. А где-то песня слышится, звезда в реке колышется, а годы словно воды вдаль бегут. А годы словно воды вдаль бегут. На этой мажорной ноте мы хотим закончить наше выступление и пожелать всем добра, любви вам и вашим семьям. Любовью к вам, уважаемые зрители, коллектив Федерального казенного учреждения «Исправительная колония номер 47» и я, ведущая, инспектор отдела кадров Седова Анна. Еще раз давайте искупаем участников конкурса аплодисментами. С музыкального трамплина будет вам сейчас сюрприз. Вот и будет вам причина крикнуть громко «Браво! Бис!». Потому что сейчас на сцене сотрудники казенного учреждения исправительной колонии номер 19, город Тавда. Здравствуйте! Скажу вам «Здравствуйте!» всем родным, знакомым и друзьям. Будьте счастливы и просто «Здравствуйте!». Костырева Ольга скажет вам. Стихотворение «Здравствуйте, горячие сердца» исполнит Ольга Костырева. Добрый день, молодые люди! Здравствуйте, горячие сердца! В паспорта заглядывать не будем. Молодости нашей нет конца. Нет, пока мы движемся и дышим. Нет, пока за правду рвемся в бой. Нет, пока чужое сердце слышим и болеем за чужую боль. Молодости нет конца, покуда верим мы в добро и чудеса. Истину откапываем всюду и стоим у счастья на часах. И не важно, сколько лет ты прожил, важно, сколько сам себе даешь. Важно, что ты хочешь, что ты можешь. Важно, что ты есть и чем живешь. Важно благодушию не поддаться,
а в достатка вдруг не ожиреть. Потому что можно даже в 20 незаметно взять да постареть. Прожил 20 лет, и в сердце скука забралась червонцами шурша. Сдали мышцы, опустились руки, опустела юная душа. Ничего не видит, не читает, нет любви, надежды тоже нет. Он давно о пенсии мечтает, по всего-то прожил 20 лет. Нет, товарищ, молодость не годы, молодость огонь в твоей груди. В наших трудных жизненных походах молоды лишь те, кто впереди. Кто работы не боится с детства, строит новый мир, как новый дом. Кто не ждет короны и наследства, а всегда живет своим трудом. Кто не ставит ближнему подножки, кто со злом не станет нас мирить. Молод тот, кто сам себя по крошке может бедным людям раздарить. Тот, кто не предаст за рубль и за доллар тоже не предаст. Тот, кто в час суровый стиснув зубы, за отчизну жизнь свою отдаст. Молодость, как жизнь она дается, раз обронишь, больше не найдешь. Значит, надо петь, пока поется, значит, надо жить, пока живешь. По ночам считать на небе звезды, по утрам встречать зарю красну. Как бойцам глотать морозный воздух, каждой клеткой чувствовать весну. Так давайте в беспредметных спорах понапрасну годы не губить. Так давайте жить, ворочить горы, строить, созидать, любить, творить. Не забудьте, молодые люди, в жизни есть один закон простой. Если молод, это значит любишь. Если любишь, значит молодой. Что ж, в паспорта заглядывать не будем. Молодости нашей нет конца. Добрый день, молодые люди! Здравствуйте, горячие сердца! Все мы знаем, что хорошая музыка улучшает настроение. Любимая песня наполняет счастьем наше сердце. А когда человек несчастен, испытывает страдания и душевные муки, он старается облегчить свою душевную боль тоже музыкой. Музыка тавдинского композитора Михаила Захаренко, автор слов, также тавдинец Игорь Комков. Песня «Не уходи» прозвучит в исполнении Анастасии Арефьевой. Крылых уж нет над моей головой.
я как прежде одна, но в душе ты со мною. Не дописан тобой до конца наш любовный роман. Вспоминая тебя, я надеюсь, вернешься, покаешься. Но в сердцах понимаешь, что все это сладкий обман. Не уходи, ночная птица плачет вновь. Не уходи, не разбивай мою любовь. Не уходи, я все прощу, и ты меня за все прости. Лишь об одном прошу тебя. Не уходи, ночная птица. Энергичный, зажигательный, хулиганский, завораживающий. И это все о нем, о латиноамериканском танце джайв. И сегодня на нашем конкурсе танец джайв исполнит Шарапова Виктория и ее сын Кирилл. Встречайте! I'm
Виктория и Кирилл Шарапов. Пора думать в конкурсной программе внести свою изюминку. На нашей сцене артисты оригинального жанра. Встречайте, Екатерина Маркова с юмористической сценкой. Посмотри, подружка Дуся, вроде кто-то там идет. Может, кто-то добрый чешет? Нет, это дед Фидо. Эй, Фидо, сюда паркуйся. Да не бойся, ближе жми. Что скукошился, как финиш? Расскажи хоть нам, как жизнь. Это бабы. Ты это погоди. Слишком быстро, не тренди. Ты слыхала, Нюсь, какие в телевизоре дела? Там Алла Пугачева двух рыбонков родила. Эко счастье привалило. Галкин уж поди не ждал. А сейчас еще получат материнский капитал. Капитал? Хорошее дело. С капиталом можно жить. Ну как? Как ты думаешь, Федотка, может тоже мне родить? Это бабы! Или вовсе ты сдурел? Ты чего городишь тут? Ишь, нашлась молодайка, тебя ж внуки засмеют. Между прочим, Пугачевой, я всего на год моложе. Ой, рожу, а вот Федотка в этом не поможет. Это бабы! А молчи, что ты, Федот, все стратишь, как пулемет. Ра-та-та, ра-та-та, слово вставить не дает. Ты не лайся на Федота, или ревность душу рвет. Опоздала ты, подруга, мой теперь бойфренд Федот. Да какой там к черту бой? Думай, Дуся, головой, там боек. Говно сбили за второй аж мировой. А тебе что за забота? Все наладим, дай лишь все. Есть еще Федот и порох. То не пор, то песок. Он способен, хочешь знать, лишь дорожки посыпать. Это бабы. Да молчишь ты, нет, Федот. Хоть на миг закрой свой рот. И трезвонит, и трезвонит. Как язык не устает. Ой, скажу тебе, я Дуся. Он, Федот, совсем не тот. К строевой совсем не годный. Ну какой с него приплод? Что за бабы нынче? Слезы. Это я еще тверезый. Ну, а если б грамм 200, не сидели бы вы на месте. Ну, какой я обормот? Мне не затыкайте рот. Честно, девки, вам скажу, зря я с вами тут сижу. Дома ждет меня молотка, на столе огурчик, водка. Обзавидуйтесь, подружки, завтра будет пиво-кружка. Что мне Галкин и Киркоров? Я без лишних разговоров с молоткой шмык на сеновал. А дальше? Сено аромат дыхал. А спустился с сеновала, прыди словно не бывало, прихватила поясницу. Ой, то сено долго будет сниться. Ну а дальше? Я готов вас ублажить и готов бойфрендом быть. Только это, бабы, дайте денег, чтоб виагры прикупить. Чтоб во мне мужик воскрес. Нужен интим-интерес. Ну а на вас лишь
только гляну, разом, как цветочек вяну. Раз. Дуся, Нюся, ну вы же дуры, а? Ну какие у вас фигуры? Ни духов, ни макияжу. А как представлю вас на пляже, разом, как цветочек вяну, разом все тут увядает, все тут увядает. И лишь одно помочь здесь может. Виагры. Килограмм, быть может. Это бабы. Сладу нет совсем, Федотов. Тарабки. От тебя, трехун ты старый, голова уже болит. Бабы это, бабы то. Знать из проду то орёт. Во голове одни есть бабы, никаких других забот. Ой, пойдем отсюда, Дуся, в другом месте посидим. Без Федота, от комода, посидим, поговорим. Это бабы. На такой веселой ноте завершили свою концертную программу сотрудники казенного учреждения исправительной колонии номер 19. Еще раз поаплодируем всем участникам конкурса «Звезды УИС-2017». И проводим аплодисментами наше компетентное жюри для подведения итогов. Поаплодируйте, почтите немножко. Еще совсем немного терпения, и все мы с вами узнаем, кто сегодня станет лауреатами первого тура областного фестиваля «Звезды УИС». Ну а чтобы сократить нам минуты ожидания, давайте встретим овациями солистов Центра культуры «Россия». Для вас поет Софья Габдулбалеева, солистка вокальной студии «Солнечный ветер», руководитель Екатерина Волкова. Встречайте, Софья Габдулбалеева! Небо манит меня, сердце не позовет. Небо я влюблена, и душа о небе поет. А я хочу взлететь, как птица, за ветром в небе.
А мы продолжаем нашу концертную программу дальше. Да и что, в принципе, нам остается с вами делать? Скоротать минуты ожидания, когда же у нас жюри вынесет вердикт. Продолжаем. Я думаю, что никто даже не пытался посчитать, а сколько же их. И думаю, что все же большинство песен написано о любви. Хотя и она бывает разная. Красивая и умная. Бывает безобразная, шальная и безумная. И, пожалуй, именно про это безумное чувство любви вам сейчас споет песню Андрей Барыгин. У тебя поломался зуб, тот, который прям между губ, а точнее прям за губой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну сломался зуб, ну и что? Тут не виноват и никто. Вот если б родину ты предала, а ну а так это все фигня. А я люблю тебя, любую, и
какой у тебя там вес, и с зубами люблю, и без. Ну а тут еще как назло, что-то с кожей произошло. Да в общем, что тут рассказывать, только слезы размазывать. А я люблю тебя любую, и косую, и кривую, и какой у тебя там вес, и с зубами люблю, и без. Какой у тебя там вес, и с зубами люблю, и без. А я люблю тебя любую, и косую, и кривую. И какой у тебя там вес, и с зубами люблю, и без. Вау! Может, у кого-то история любви именно такая, но нам, девочкам, больше всего нравятся приятные сюрпризы, исполнение даже самых маленьких желаний, ощущение надежности, чувство окрыленности. Да что там говорить, шикарные букеты цветов, романтические ужины при свечах, завтраки в постель, прогулки под луной. В общем, как в кино. Красивый роман. Встречайте на сцене Ирина Политыкина с песней «Роман». Когда-то, однажды, мы все равно ответим за все. И сама бумажный, красивый, но поверь мне, не то. И то, что я в тебе теряю душу, и то, что верю словам, и что люблю тебя и ненавижу, но я тобой дышу. И глаза отведешь, забудешь, что в тебе теряла душу и верила словам. Ну а пока давай с тобой нарушим все, что запретно нам. И я тебе, я напишу красивый. Oh,
друзья, времени становится все меньше и меньше до вынесения результатов. И поэтому сейчас я хотела бы сказать, вот знаете, если ночью смотреть долго-долго на небо, можно увидеть падающую звезду. Видели когда-нибудь? Видели. А желания загадывали? Да, можно загадать желание, а вот сбудется или не сбудется, это уже совсем другой вопрос. Главное же верить. Поэтому сейчас, я думаю, не знаю, сбудется или не сбудется желание наших участников. И я бы хотела пригласить их вновь всех на сцену. Участники фестиваля «Звезды УИС», прошу вас, поднимайтесь на сцену. Дорогие болельщики, буквально минута разделяет нас от того волнительного момента. И для поздравления и вручения дипломов я вновь приглашаю временно исполняющего обязанности начальника Федерального казенного учреждения исправительной колонии номер 19 подполковника внутренней службы Подобедова Владимира Николаевича. Дорогие друзья, от себя лично хочу выразить благодарность, прежде всего, конечно же, составу жюри. На состав жюри миссия всегда требует от участников смотреть, как творчески подготовлены номера были, за артистизм, выдержку, ну и профессионализм. Всегда принимаются решения, они трудно. Всегда спорят, но тем не менее состав жюри, я думаю, примет правильное решение. Значит, творческий коллектив наших учреждений ГУФСИН будут представлять нашу зону в следующем туре фестиваля художественной самодеятельности. Также хочется спасибо сказать участникам творческих коллективов за то, что они сумели показать свои таланты. Все вы видели, что у нас очень много сотрудников, которые выступают в тех или иных талантах. Хочется также поблагодарить работников Дома культуры «Россия». Все было очень здорово, хорошо. Спасибо ведущим за тот праздник, который сегодня они провели для нас. И сейчас самое главное. Да, самое главное, это значит вручение почетных дипломов. Призы зрительских симпатий вручаются Ломаковой Елене, ФКУ, КП-59. Ломаева. Набравшей наиболее количество зрительских голосов в первом туре фестиваля художественной самодеятельности. Передайте, пожалуйста. Да. 55. Колония 50, номер 59, да? Уже отбыли. Уехали, не дождались, потому что очень далеко Каменск-Уральск и город Тавда находятся на далеком расстоянии. Значит, вручается диплом театральному коллективу исправительной колонии номер 19, победителю в номинации «Большой оригинал» первого тура фестиваля художественной самодеятельности «Звезды УИС» среди сотрудников учреждений ГУФСИН России по Свердловской области. Диплом вручается Сиданова Анне,
исправительная колония номер 47, победителю в номинации «Лучший ведущий первого тура фестиваля художественной самодеятельности «Звезды УИС» среди сотрудников учреждений УФСИН. Диплом третьей степени вручается Машаровой Юлии, КП 59. Их тоже нету, да? Диплом второй степени вручается Корзниковой Светлане, исправительная колония номер 24, занявшей второе место в номинации «Театральное направление» первого тура фестиваля художественной самодеятельности. Диплом первой степени вручается Жубриной Олесе, исправительная колония номер 24, занявшей первое место в номинации «Театральное направление» фестиваля художественной самодеятельности. Дипломом лауреата первого тура фестиваля «Звезды УИС» вручается Костаревой Ольге, исправительная колония номер 19. Победителю в номинации «Театральное направление» первого тура. Диплом третьей степени вручается Купцову Станиславу, СИЗО 2, занявшему третье место в номинации «Музыкальное направление» первого тура. Диплом второй степени вручается Дудину Анатолию, СИЗО 2, занявшему второе место в номинации «Музыкальное направление» первого тура. Диплом первой степени вручается Шикиной Ольге, исправительная колония номер 47, занявшей первое место в номинации «Музыкальное направление». Поздравляю. Дипломом лауреата первого тура фестиваля «Звезды УИС» вручается Арефьевой Анастасии, исправительная колония номер 19. Победителю в номинации «Музыкальное направление». Диплом третьей степени вручается Лутковой Людмиле, исправительная колония номер 24, занявшей третье место в номинации «Театральное направление». Диплом второй степени вручается Алексеевой Елене, занявшей второе место в номинации «Танцевальное направление». Диплом вручается первой степени Шараповой Виктории, исправительная колония номер 19, занявшей первое место в номинации «Театральное направление». И диплом лауреата первого тура фестиваля «Звезды УИС» вручается Бабкиной Александре, исправительная колония 47. Всем участникам соревнований, творческим коллективам за их грамотность, профессиональное исполнение музыкальных композиций и художественных номеров. А нам очень приятно, что наша уральская земля действительно богата талантами. Всем конкурсантам, дипломантам, лауреатам говорим огромное спасибо за участие. Успехов вам и дальше, и побед побольше. Слова благодарности говорим организаторам первого тура областного фестиваля «Звезды УИС», работникам исправительной колонии номер 19, город Тавда. А мы вам говорим до свидания. До новых встреч!